Спасибо, Артур. Пожелаем удачи нашим спортсменам. Ну, а поскольку у нас в гостях сегодня артисты, то они к нам пожаловали с сюрпризом. Ну что ж, дамы и господа, прошу вас. Все зарабатывают, работают на своих работах, чтобы получить купюры, деньги. Вот, ну, иллюзионист делает проще. Он готовится перед эфиром, распечатывает небольшие купюры, складывает их волшебным образом. И они уже превращаются в 10-тысячные. Да, так зарабатывают иллюзионисты. Очень интересно. Да. Купюры все обычные, можете посмотреть, держите. Отлично, да? Так. Прекрасно. Да, у меня есть фокус, который будет не в моих руках, а в руках зрителя. Можно вас попросить высунуть руку? Это небезопасно. Ну, конечно. Так, у меня есть один шарик, да, поролоновый. Так, можно повыше поднять. Так, все, держите и зажмите. И другой рукой тоже накройте, да? Да. Накройте. Это шарик номер один. У меня есть шарик номер два. Мало ли, вашими профессиональными руками можно его порвать или сломать. Просто следите за этим шариком, да? Да. И открывайте ваши руки. Вот. Да, появляется два шарика. Один шарик и второй шарик. Можно вашу вторую руку? Она не исчерпала еще потенциал. Да, просто зажмите. У меня в руках ничего нет. Рукавов у меня нет. У меня есть только волшебная ручка, как волшебная палочка, да? Раз. И теперь шарики уже размножаются. Да, да, да. Да, их уже три. Рукавов у меня не было. Спасибо большое. Можете посмотреть, проверить. Так, да, все, буквально посмотреть. Так, да, отлично. Знаете, есть такие фокусы, которые уже более ближе к теме кофе, минералки, да, там, вот, чайные ложки. Выберите, пожалуйста, одну ложку. Это. Вы не хотите поменять выбор? Нет. Не хотите, нет, да? Нет, это. Так, проверьте эту ложку, чтобы она была обычной. То есть вы могли проверить любую. Так, взять себе. В руках у меня ничего нет. Держите, можете попробовать отогнуть ее обратно. Так. Я не могу ее отогнуть. Да. Отлично, смотрите. Есть, если воздействовать по-другому уже на ложку, то у нее есть такие точки воздействия, когда она же буквально сама гнется, да, уже более на камеру. По-моему, началась матрица. Да, матрица. Ложки, в принципе, ее и нет. Так, да, и можно ваш палец? А какой из... Да любой. Так, держите. Так, отлично. Спасибо.